Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. С вами Ракета, игра Lost Planet, задание номер 8, подходы купола вулкана. Как вы прекрасно помните, мы теперь воюем только лишь с компанией Невек. И как вы видели, предводитель ее, так сказать, разработки для того, чтобы прогреть планету, был Юрий Золотов. Ну а мы с вами почти на финальном аккорде. Осталось совсем чуть-чуть, дорогие друзья, чтобы пройти эту игру. Так что не будем тратить ваше время и мое, а максимально быстренько попробуем достичь этого результата. Нифига какой скорпач. Здоровенный. Если что, он меня, наверное, за раз съест. Да? Йоу, друган, держи. Что такое? Ой. Что-то вы лопнули. Наверное, не поел. Это бывает. Ничего страшного, мы идем дальше. Практически мы с вами, ребята, добрались, сейчас повторяю, до финала. Ты откуда вылез-то, демон? А? На это, вот это сальтик исполняет, а? Такова реальность. А мы идем. Ни хрена себе. Ну-ка, держи. Вот эта музыка больше нравится. А ты-то почему не умер? Лови. Интересно, а почему они не падают, эти бочки? То есть они как бы не активны, да? Синхронизация завершена. Я так и думал. Ну что ты, давай. Почините ваши, держи. Что там происходит, а? Ну назад, да вы вперед, блин. Так, ладно. Там мы забили, идем дальше. На базу Невер. Ты смотри, какая-то милашка стоит. Наверное, сюда зря, походу, пришел. Хотя могу и ошибаться. Я понял тебя, брат. Я понял тебя, бро. Меня сейчас, походу, сами ко мне подойдут. Да, у меня, блядь, машина прям, да? Кстати, она вообще, как бы, если так разобраться, не очень-то эта машина поворотливая. Ну, если честно, она прям не актуальная. Она какая-то прям вот... Во-первых, она очень динамичная, медленная. Во-вторых, это вот... Плюс у нее на взлетку, когда ты начинаешь ее поднимать через эти, да, усилители. Она вообще практически не летит. То есть она прям такая себе. Второстепенная особо. Так, что эти ворота у нас открываются? Нет?
А нет, открывают, смотри-ка. Бегая на танк на какой-то пересел. Что у нас? Лес-то что ли подъехало, да? Ват. Ты посмотри, просто сколько здесь, а. Просто клондайк этих существ. Зачем ты его покинул? Я же вроде не нажимал такую кнопку, ну ладно, если. Наверное, что-то пошло не так. Хороший танчик. Там даже интересный. Все-то успокойся уже, там бурить-то уже нечего, чувак. Надо поменять игрушку. Включение. Инициализация. Прям. Называется подступ к вулкану, да? Забрался, уважаемый. Просто каким способом ты сюда мог партию залезть? Ладно, забудь. Вас придут как не понять. Давай. Лучше просто. Ну вот нафиг, короче. Я, наверное, думаю, нам в себе такой. Давай, открывай. Ты меня отпускаешь? Что все это значит? Сделка. Если ты проведешь нас в купол вулкана, тогда мы тебя освободим. Если ты не будешь выходить из трейлера. Вы хотите узнать дорогу к куполу вулкана? Да, но самую короткую. Ты же знаешь ее, верно? Договорились. Лука, проводи нашего нового друга в трейлер. Вейн? Мне надо поговорить с Бейзил. Иди. Ладно, увидимся позже. У меня есть вопрос. Какой? Это подарок моего отца. А кто твой отец? Гейл Холден. Вот так вот, да? Не ожидала такого ответа. Однажды на нас напали акриды, и Гейл спас меня.
Это тогда ты раздобыла гармонайзер? Да. Он был разработан одновременно с проектом Frontier. Гейл не доверял Невок, поэтому все проделал у них за спиной. Мы так в точности и не узнали, почему он утратил веру. Но мы с мужем оба доверяли Гейлу и согласились на операцию. Однако, в итоге мой муж и Гейл погибли, потому что Золотов ударил им в спину. Ты уверена, что это он их предал? Да. Золотов единственный знал, где расположен центр проекта Frontier. Уверена, Гейл тоже говорил об этом. Интересно. Может быть, сведения о бывании Золотова были очередной ложью Невок? Почему ты так думаешь? Просто догадка. Судя по всему, нам стоит еще немного в этом покопаться. Кажется, твой гармонизатор — это ключ к чему-то важному. Но... Что? Без термоэнергии он пролежал замерзшим 30 лет. Это очень плохо сказалось на его работоспособности. Извините, что прерываю ваш разговор. Надо двигать отсюда. Джо нашел дорогу. Можно выезжать. Мы ждем вас. Что за такой смех ехидный? Погоди. Что это значит? Почему 30 лет? Гейл погиб 30 лет назад. Я впервые попала в этот мир за 10 лет до этого. Что? О чем ты говоришь? Он дает возможность останавливать процесс старения. Вот так вот. А мы не в курсе, да? Пролежал погребенный подо льдом 30 лет, пока Юрий не нашел меня? Нам пора идти. У каждого свой путь. Безил. Спасибо. Ну что ж, дальше. Ага, привет. Трейлер разобрали просто, аж колеса отлетели. Так, ну что, берем себе нового робота и вперед. Так, у нас полторашка, это очень мало. Нужно нам подкрепление с вами термоэлектроэнергии. Вот это сломать. Уже поинтереснее. Thank you.
стараюсь. Знаешь, что такое герой? Нормально. Вот. Тут я приземлился, значит, да? Так, стой. Но смелее. Отлично. Так. Приближается посторонний. Задержать его любой ценой. Давайте, ребята, удачи. Синхронизация завершена. Надо робота, иначе мы не пройдем. Ну, какой тут можно быть? Против роботов Невека мы ничего не сделаем. Красотища вообще. Ну что ж, вот она, наша игрушка. Поехали. Запчасти разобрался. Следующий. Пару ракет бы, конечно, было бы неплохо. Там сидят, они зависли дурно. Да, физика здесь, конечно, пару удивляет. Вижу.
трансформер, бля. Бо-бом! Итак, миссия 8, ребята, выполнена. Всем спасибо за просмотр, лайк, коммент, подписка, с вас удачи, ребята. А мы отправляемся в 9-ю заключительную миссию в игре Lost Planet. С вами был Торпедо, берегите себя. Я поражен. В одиночку уничтожить целый комплекс. Обычный человек тут бы не справился. Что-то не так. Я не вижу признаков жизни в окрестностях. Кто вы такой? Деннис Айзенберг. Я отслеживаю операции Невек на этой планете. А кто ты такой? Вейн. Совершенный мир без акридов. Проект Фронтир. Это то, что освободит колонистов на этой планете от жуткого кошмара. Полвека. 50 лет – долгий срок. Кое-кто решил предать нашу мечту и подался в снежные пираты. Наша вина, что так произошло. Мы были снисходительны, и это нас погубило. В ту пору мы чувствовали себя в долгу перед бывшими товарищами. Это были исключения. Если бы они просто отправились своей дорогой и держались от нас подальше, тогда у нас бы не возникло проблем. Но они так не захотели, и им пришлось платить. Своей жизнью? Иногда. Это не просто убить того, с кем ты был в дружеских отношениях. Это вы убили моего отца. Твоего отца? Я? Мой отец хотел покончить с проектом Фронтир. Так ты сын Гейла? Прикинь. Как печально. Я хотел, чтобы Гейл вернулся и разделил мою мечту. И вместе... Вместе мы бы достигли цели. То, что здесь случилось... Как насчет этого? Нашел что-нибудь? Сигнал очень слабый. Почти нет отклика, но это... Гейла тут нет, но я хочу, чтобы ты увидел, откуда я пришел. Нам многое нужно наверстать. Я уверен, мы сможем понять друг друга. Так же, как вы с Юрием. Он хотел взгляни! Начать с того, на чем остановился его отец. Что там? Поэтому мы приняли его с радостью. Нет никаких признаков жизни от этого парня. Вейн, Рик кое-что обнаружил. Его вклад придал нашим усилиям огромное ускорение. Он был гением. Был? Не торопись с выводами. Я не убивал его. Ничего подобного. Он просто отдыхает. Прилег вздремнуть там, где никто его не потревожит. В очень тихом месте. Скверно. Похоже, нам все же не суждено понять друг друга. Голограмма всего лишь. Командир! А? Что будем делать дальше? Дальше?
Не можем же мы просто сидеть, сложа руки. Мы все хотим что-то делать. Что угодно. Но мы не знаем, куда податься дальше. Мы даже не знаем, какие планы у Невек. Или каковы планы Юрия. Осталась еще одна зацепка. Возможно, это место стоит проверить. Остались эти ущелья. Верно. Мы и раньше бывали в тех ущельях. И там есть целая подземная область. Да? Ты о чем? В зависимости от того, какие поставить фильтры, карта может показать больше, чем на первый взгляд. И вот тут спрятано много. Там есть крупное хранилище термоэнергии в нижней части ущелья. Хранилище? 5 лет назад там внизу закрыли обрабатывающий комплекс и почему-то совсем забросили. Термоэнергии там хватит с лихвой, чтобы годами снабжать Невек. Если ее все это время никто не трогал, это будет отличный толчок для проекта «Фронтир». Это лишь догадка. Но если ты прав... Вейн, давай проверим. Ладно,